В эфире телеканал ОПС, информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте. Сегодня наш город посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он побывал на горно-обогатительном комбинате имени Гриба, а также провел совещание о социально-экономическом развитии Архангельской области, на котором присутствовали представители федеральных министерств и ведомств, промышленных и общественных организаций региона. Также в рамках визита президента состоится встреча со студентами Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова. В аэропорту столицы Поморья главу государства встречали руководители региона. Буквально через несколько минут после приземления Владимир Путин и губернатор области Игорь Орлов вылетели на месторождение алмазов имени Гриба, где посетили горно-обогатительный комбинат. Впрочем, основной пункт программы пребывания президента – совещание, посвященное социально-экономическому развитию Архангельской области. Накануне Большого праздника Дня России мэр Виктор Павленко встретился с представителями диаспор, проживающих в Архангельске. О чем шел разговор на встрече, в материале Артемия Заварзина. В неформальной обстановке за чашкой чая говорили о многом. И о развитии спорта, и о сохранении культурного наследия, и о житейских проблемах. Руководитель диаспор имеет прямой допуск мэру города в вопросах гармонизации межнациональных отношений. Этот вопрос Виктором Николаевичем поставлен, как говорится, задача такая особенная и главная. О главных для национальных культурных автономий событиях этого года их представители рассказали главе города. Например, у еврейской диаспоры это строительство синагоги. В 2010 году, когда приезжал главный раввин России, был заложен поминальный камень. И на этом месте сегодня строится синагога. Эта синагога имеет, наверное, очень большое значение не только для Архангельска, а во всем мире. Потому что в ней заинтересованы. Интерес участников встречи был прикован и к татарской диаспоре. При поддержке мэрии Архангельска она продолжает реставрацию мечети. Этот мечеть, он единственный в центре города. Это будет всем мусульманам, живущих в этом регионе, городе и области, будет возможность приходить, помолиться там, с муллой пообщаться. 2014 год – особенный для армянской автономии. В июне она отмечает 10 лет со дня образования. Представители диаспоры пригласили присутствующих на первое юбилейное мероприятие. У нас устанавливается памятник Хачкар, который будет символизировать духовное единство двух народов – Армении, армян и россиян. Открытие памятного камня Хачкар состоится уже завтра. Он будет установлен рядом с Успенским храмом. На встрече шла речь и о других важных символах – флагах национальных культурных автономий, существующих в Архангельске. Идею утверждения таковых поддержал мэр Виктор Павленко. По последней переписи населения у нас проживает 107 национальностей. Официально действует на территории области 14 культурно-автономных образований, еще и землячество есть. И поэтому, конечно, работа эта плановая, которая выстраивается. Ну и, конечно, не обошлись без обсуждения хозяйственных вопросов, каких-то вопросов развития города, спорту много уделили, вопросов строительства спортивных учреждений. В общем, поговорили обо всем, поговорили очень хорошо, приняли предложение, будем дальше работать. В завершении встречи мэр Виктор Павленко пригласил участников на торжественный вечер, посвященный Дню России. Он пройдет 12 июня в Архангельском городском культурном центре. Вчера, 8 июня, работники социальных служб нашего региона отмечали свой профессиональный праздник. Лучших в этой сфере чествовали в Архангельском городском культурном центре. О том, как прошла встреча, в материале Марии Воробьевой. Вот уже 20 лет Надежда Ишмаева первой принимает на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогает решать их. По итогам 2014 года социальный работник Ломоносовского округа стала одной из лучших в своей профессии. Свою работу я очень люблю. Очень радует, что за годы моей своей работы я смогла помочь многим детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В Архангельске управление социальной защиты населения мэрии было создано в 1994 году. За период его восстановления проходили реорганизации, менялись названия. Но неизменным оставался лишь смысл работы людей, посвятивших себя этой сфере. Ведь только человек с доброй и чуткой душой, обладающий любовью и состраданием к ближнему, может посвятить свою жизнь этому призванию.
Вы профессионал высочайшего качества, но вы и люди особого человеческих качеств. Поэтому без качеств тепла, доброты, гуманизма, которые вот, пронизывают вас, работать в этой сфере невозможно. Работников социальной сферы можно назвать работниками невидимого фронта. В результатах их труда не принято докладывать публично. Но не ради общественного признания работают эти люди, а ради того, чтобы не обойти вниманием нуждающихся в помощи и помощь эту вовремя оказать. Мария Воробьева, Илья Сумароков. Панорама Севера. 90-летний юбилей отметила 4 июня жительница Мирного Евдокия Яковлева. Евдокия Сергеевна – одна из шести участников Великой Отечественной войны, живущих в городе, почетный строитель космодрома. О том, как поздравляли юбиляра, в материале наших коллег из города Мирный. Евдокия Сергеевна Яковлева уже несколько лет живет одна. Но здесь, в Мирном, у нее есть сестра, друзья, добрые знакомые. К ней постоянно приходят активисты Совета ветеранов. Помочь по хозяйству, да и просто поговорить. Вот и в праздничный день, с самого утра, в дом на улицу Ломоносова спешили с поздравлениями. Круглую дату ветерана не оставило без внимания руководство города и государства. Письмо российского президента передала секретарь горсовета Елена Веретельникова. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения, поколения героев и победителей. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Таких, как Евдокия Яковлева, в Мирном немного. Здесь она живет буквально с первых лет существования города. Можно сказать, своими глазами видела всю его историю. Долгое время, вплоть до 1994 года, работала бухгалтером войсковой части строителей. С мужем Евгением Ивановичем прожили вместе более полувека, вырастили сына. На ее долю выпало много испытаний. В самом детстве, когда семью раскулачили, вместе с родителями была выслана из Саратовской в Архангельскую область. Тут и выросла, и выучилась. Но все-таки самым памятным периодом своей жизни она считает войну, службу в инженерных войсках Карельского фронта, на который попала 18-летней девчонкой. Я помню, по болотам, там в Карелии оборону тянули. Мы изготовляли или мины для этих взрывов. Там, может быть, это и запомнилось. В день 90-летия юбиляр делилась своими воспоминаниями. С удовольствием угощала гостей. Она очень рада, что ее не забывают. Вы меня не забываете, я всегда довольна. Жизненный путь Евдокии Сергеевны легким не назовешь. Но трудности и неудачи не ожесточили характер. Она очень светлый, мягкий и отзывчивый человек. Наверное, поэтому к ней тянутся самые разные люди. Архангельский парусный центр «Норд» готовится к юбилею. 21 июня детско-юношеской спортивной школе исполнится 30 лет. Чем запомнится этот юбилейный сезон в нашем следующем сюжете? За это время коллектив спортшколы воспитал не одно поколение яхтсменов. Многие из них остались работать в клубе и передают опыт тем, кто только познает науку укрощения ветра и волн. Вот раньше была биржа Гортопа, если кто ветераны помнит, куча бревен, такелажных тросов, и скоб и всего прочего, барахла, что называется. Но все это со временем, значит, ушло в прошлое, и вот сейчас это вот то, что мы имеем. И когда я пришел сюда вот на работу 14 лет тому назад, то, конечно, мне бросилось в глаза, что здесь очень много детей, и как-то вот на душу легло. Здесь провожу больше времени, чем даже в семейном кругу. Потому что не любить вот это место, этот уголок, нельзя. Сейчас на базе яхт-клуба открыт летний оздоровительный лагерь, где отдыхают и занимаются спортом 220 мальчишек и девчонок. А 21 июня, в день рождения клуба, в 12 часов начнется праздничная программа, венцом которой станут традиционные гонки яхтсменов. «Друг – это одна душа, живущая в двух телах», – так сказал Аристотель. За прошедшие 2000 лет смысл этих слов нисколько не изменился. Сегодня, 9 июня, во всем мире отмечают Международный день друзей. Корреспондент нашего телеканала отправилась на улицы города, чтобы узнать, много ли у архангелогородцев настоящих друзей. Просто друзей, хороших знакомых, их всегда хорошо. Если ты сам хороший человек, то и тебе люди тянутся. А настоящие – это за всю жизнь их может быть один-два, не больше. Конечно, да, у меня достаточно настоящих друзей, ценю и дружбу. Хотя, наверное, настоящих друзей много не бывает. Друзей у меня много, а настоящих друзей, они проверяются с годами.
когда общаешься по 20, по 30 лет, тогда уже можно сказать, что это настоящие друзья. Много, естественно, да. Почему много? Ну, это зависит, в общем-то, от старых знакомств, которые, в принципе, поддерживаются годами. У меня много настоящих друзей, потому что я очень люблю гулять с ними, дружить. Настоящих друзей мало. Почему? Потому что настоящий друг, это я очень редко, когда бывает, это, наверное, только с детства и на всю жизнь. Друг или подруга должна по жизни быть одна, а друзья должны быть обязательно, без них никак. В САФУ имени Ломоносова подвели итоги ежегодного конкурса «Краса Арктики». Претендентки на почетный титул «Самые красивые студентки вуза» показали себя в нескольких различных конкурсах – от литературных чтений до дефиле в купальных костюмах. Кто удостоился победы в этом году, узнаем прямо сейчас. Считанные минуты до начала церемонии конкурсантки, что называется, пудрят носик, вспоминают порядок выхода на сцену и, конечно, волнуются. Это интересно, это интригует, это прям такой мороз по коже. В этом году завоевать титул арктической красы решились 13 девушек. На протяжении всего вечера они удивляли жюри блестящим знанием творчества русских поэтов, конечно же, модным дефиле в купальных костюмах, а в завершении – настоящим маскарадом. «Краса Арктики-2014» доказала, этот конкурс не просто соревнование. И очень актуальны слова Федора Михайловича Достоевского, что красота спасет мир. И ведь красота не только внешняя. Прежде всего, конкурсантки показывают и свой внутренний мир. Они показывают свое творчество, свое мастерство, красоту своей души, свою любовь к малой родине. Краса и оригинальность, мисс «Арктическое лето» и безупречный стиль. Вот некоторые из 12 номинаций конкурса, в каждой из которых была выбрана своя победительница. А главного звания «Краса Арктики-2014» удостоилась студентка лесотехнического колледжа Александра Клюева. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, «Панорама Севера». Городской круглосуточный телеканал ПС в рубрике «Открытый город» продолжает прямые трансляции самых зрелищных и увлекательных событий Архангельска. На прошедшей неделе в центре внимания телеканала ПС самые значимые и интересные события города – рубрика «Открытый город». 2 июня команда КВН «Поморы» рассказала на пресс-конференции, что ждет их в полуфинале премьер-лиги Большого КВН в Москве. Точных дат эфиров с участием архангелогородцев пока нет. Известно лишь, что ждать их нужно в июне-июле. Полную версию встречи смотрите на телеканале ПС. А 3 июня в зале Архангельской кирхи с журналистами встретились звезды мировой оперы, лауреаты международных конкурсов меццо-сопрано Элизабет Энарис и баритон Давид Гвинянидзе. Короли оперы рассказали о своем фонде и пропаганде настоящего искусства. 4 июня в Архангельске чествовали социальных работников. Телеканал ПС снимал церемонию награждения мастеров добрых дел, людей самоотверженных и трудолюбивых. В честь дня рождения русского классика поэта Александра Пушкина в библиотеке имени Добролюбова состоялся «Пушкинский вечер». Красота русского слова и поэзия звучали и на телеканале ПС. С 5 по 8 июня телеканал ПС в прямом эфире транслировал два значимых для Архангельска события. Это клубный чемпионат России по настольному теннису среди женских команд премьер-лиги плей-офф, который проходил в спортивном центре «Норд-Арена», и выборы первой «Красы Арктики» в Северном Арктическом федеральном университете. В режиме онлайн зрители могли следить, как выбирали первую красавицу университета, и вместе с жюри оценить уровень подготовки претенденток на звание самой красивой девушки вуза. Видеозаписи концертов и матчей вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Открой город вместе с нами. Мы продолжаем нашу новую рубрику «Мой Архангельск». В ней любой желающий может рассказать о своих самых любимых местах в городе Архангельск. И сегодня о самом сокровенном месте в этом нашем городе. В нем нам расскажет руководитель Архангельского управления Федеральной антимонопольной службы Денис Бугаев. Если... Меня зовут Бугаев Денис. Я принадлежу к плеяде или категории многочисленных служащих гражданских. Я коренной архангелогородец, я всю жизнь прожил в этом городе, я его очень люблю и не хочу никуда
уезжать. Мое восприятие города связано с детскими воспоминаниями, когда мои родители вместе со мной ходили на день военно-морского флота. Мы гуляли по набережной, смотрели салют, смотрели на то, как высаживается десант, где мы видели очень красивую, большую реку. Была очень красивая набережная, чистая, аккуратная. Очень часто можно услышать такое мнение, что любимое место в городе, в Архангельске, это работа и дом. И это в самом деле так, в какой-то степени, но все же к такой категории людей я не отношусь, по той простой причине, что у меня есть и другие места, которые мне нравятся гораздо больше. Из всех мест, из всех улиц нашего города, мне больше всего нравится та улица, по которой я хожу по меньшей мере дважды в день, на работу и с работы. Я говорю об улице Чумбарова-Лучинского или о Чумбаровке, когда она приобрела именно вот такой вид в таком состоянии, когда она была именно стилизована под старину, когда появилась вот эта вот брусчатка, вот эти вот клумбы. Здесь каждый может найти то, что ему нужно, то, что ему нравится. Здесь есть магазины, кафе, рестораны, тихие уютные местечки, какие-то парки, скверики. Здесь можно спокойно гулять, не боясь быть сбитым машиной или обрызганным грязью. Мне нравится вот именно здесь, на этом отрезке, где располагаются фигуры, статуи бронзовые тех культурных героев, тех людей, которые, чьи имена неразрывно связаны с русским севером и с нашим городом. Здесь, как вы видите, есть фигура Писахова, чуть вдалеке располагается статуя Сени Малины, Ширгина. Я думаю, жители нашего города поддержат меня в том, что эта улица самая лучшая у нас. Далее в выпуске информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка, на 10 июня доллар 34 рубля 33 копейки, евро 46 рублей 87 копеек. Завтра в 20:45 в программе «В центре внимания» смотрите расширенное интервью с мэром Архангельска Виктором Николаевичем Павленко. А выпуск нашей программы завершит прогноз погоды. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи. Во вторник, 10 июня, в Вельске днем ясно, солнечно и плюс 21. В Котласе также ясно и плюс 20. В Мирном обещают пасмурную погоду, плюс 19. На Новодвинске пасмурно, температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. В Архангельске утром солнечно, плюс 16. Днем небо затянется тучами, пасмурно, плюс 19. Ветер восточных направлений, к вечеру температура опустится до 16 градусов тепла.